Представители обвиняемых и заключенных хомячей смогут озвучить претензии к работе исправительных учреждений. Региональный омбудсмен Ирина Касьянова, представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний и член Общественной наблюдательной комиссии Омской области Наталья Лисникова проведут прием граждан. Тема – защита и соблюдение прав осужденных. Представители ждут 16 августа с 10 до 13.00 по адресу Красный путь 9, кабинет 321. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. С начала 2023 года омбудсмен и начальник отдела аппарата 27 раз выезжали в места принудительного содержания. Рассмотрели 111 обращений, поступивших от лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях региона, а также их родственников, касающихся не только вопросов отбытия наказания в местах лишения свободы, но и затрагивающих гражданско-правовые, семейные и жилищные отношения.